Люди, сегодня в Ревде, на уральской земле, на родине западно-сибирской Лайки проходит это великое событие. И мы все вместе, организаторы выставки, эксперты, участники, владельцы собак, зрители, делаем это великое дело. И то, что мы все вместе делаем, откликнется эхом в третьем тысячелетии. А внимание, друзья, на этом парад открытия закончен. Приглашаем всех на ринге. Вы видите, неплохая.
Ну пожелайте, что вот в этой выставке нужно пожелать? В этой выставке я пожелаю, чтобы такие выставки проводились как можно чаще и как можно все, что проводились на этих выставках. Самая лучшая выставка, на которой я побывал, это в Твери и в Ревде. Больше выставок таких я не видел. Организация, покушать, регистрация, ринги, все размечено, все размечено. Погода прекрасная, все радуются, друзья встретились. Вот такие дела. Спасибо. Русский гонщик, плюс лицей. Здесь представлены две возрастные категории. И собачка мать возрастная, и средняя возрастная. Ряд немногочисленный, но мы провели экспертизу, и сейчас я вам все объясню. Первая собачка. Организаторам огромное спасибо. Такую подготовили серьезную территорию расчистить. Я просто предполагаю, сколько это должно занять времени и средств. Нет. Отдельно возле туалета. Я думаю, ну, всем просто не могло не понравиться сегодняшнее мероприятие. Вы выступали? Да. Довольны работой собаки? Да. Значит, у вас сегодня все срослось. У меня всегда все срастается. Спасибо.
Леха, ну что ты там увидел? Хороший, расскажи иди. Город Озерск. Значит, организаторам огромное спасибо за достойную проведенную выставку. Все было очень здорово, замечательно. Пожелал бы, чтобы... Достойные судьи. Да, достойные судьи, очень компетентные. И пожелал бы другим регионам в том же духе продолжать поддерживать это дело, потому что мало нас остается, энтузиастов этого дела. Но охота без собаки – это гуляние по лесу просто. Да. Это наш самый главный друг в лесу. Спасибо. Пожалуйста. Челябинску привет. Алдин! Хорошо сложено, великолепно одето, хороший. Давай, Глеб.
она вот сейчас есть, да? Хорошо растянута, хорошая головка. Вот и все у нее хорошо. Вот второй, значит, так же получается. Очень хорошо. Так, готовы такие, которые мы не Григорий Захарович, пожалуйста, вот скажите, вы по какой породе собак специализируетесь? Западно-сибирские лайки. То есть первоначально было желание, просто желание приобрести охотничью собаку, потому что меня всегда тянуло к породе, к животным, к охоте, естественно. Почему западно-сибирская лайка? А западно-сибирская лайка, потому как я родился на Урале, а западно-сибирская, истоки ее рождения абсолютно исходит с Урала, со Свердловской области, Свердловска даже. Потому что так исторически сложилось, что именно здесь рождалась порода. Тому объяснений много. Ну, первое объяснение большое, то, что географически мы близки к аборигенным этим мансийским, кантейским лайкам. То есть север Свердловской области граничит с проживанием коренных народности мансии. Оттуда пошла порода. А вот скажите, как вам сейчас современная лайка? Она стала лучше, хуже, другая какая-то она стала? До определенного времени, это вот когда промысловая охота была, пушнина была востребована, все правильно шло. Но в связи с тем, что вот недалекие времена, перестроечные, все, госпромхозы закрылись, пушнина стала невостребована. Вдруг тут начали ее применять по кабану. В силу ее универсальности она, конечно, прекрасная кабанятница, но это не ее классическая традиционная охота. Ну вот я слышал, что сейчас очень редко найдешь лайку, которая по белке хорошо работает, потому что сейчас не нужна никому белка. Совершенно верно, к сожалению. Потому что, во-первых, пушнина на какой-то период может, я надеюсь, не навсегда, она не востребована стала. Лайки спортивные становятся. Ну, хорошо, что интерес не теряется, но мне, как это представителю старых лаечников, конечно, это очень жаль это видеть. Я верю в то, что вернется первоначальное назначение лайки, восстановится это пушная собака. Это пушные виды, в первую очередь, соболь, белка, куница и там прочее. Что вы пожелаете охотникам, которые только собираются взять собаку? Да, кто интерес к лайке не потерялся, она несколько становится спортивной, но все равно это очень популярная порода. Конечно, приходят молодые, кто выбирает вот эту породу, именно западно-сибирскую лайку, которую я понимаю. Четко определиться все же, на кого он хочет охотиться. Если, как у нас сейчас, медведь и кабан, эти дипломы и все прочее, то, мне кажется, на каждую лайку, кто владелец, по медведю
в России не придет. Старается сохранить классические виды охоты, которые были исконно с ними охотными. То есть пушной вид и попутно боровая дичь, глухарь, классическая охота, копытная лось. Еще такой вопрос. Лайка и квартира – это совместимые понятия? Ну, сейчас лайк содержит везде, и она очень универсально приспособлена, именно не охотничья универсальность, а именно в любых условиях выживает. Некоторые горожане держат на балконах, в квартирах, во дворах. Ну и еще, пожалуйста, пару слов организаторам выставки. Организаторам выставки? Да все понравилось, большая выставка. Уже традиционная. Традиция. Люди тянутся. Где им уютно, туда тянутся. Тянут в Ревду сюда. На данной выставке я с удовольствием привел свою собаку, походил в ринге. Мне это очень нравится. Я всегда говорю, я лающий в первую очередь. Вы довольны выставкой, да? Я очень доволен. Ну, я вас поздравляю. Спасибо. Спасибо огромное за слова, за пожелания, за напутствие охотникам. А это у нас муша. А ты в лесу как говоришь? Мушка. А Варя как? Варя? А что не плохо? Чатникам города Екатеринбурга. Самые лучшие собаки Екатеринбург, Ревда и Верхний Уфалей. Три города, которые славятся собаками. И они все от салюта 12-го. Нескромно. Снимают.
как-то в душе так больно становится, да, вроде бы собаки устали. Самые лучшие вы по всей реке. Скидки выдают, а здесь никаких скидок нет и быть не может. А почему-то у собаки светловатая мочка носа. Я уже, наверное, попал. Потом оставлю комментарий. Светил он, да. Как вам выставка? Отлично. Что понравилось? А все понравилось. Все собачки такие вот, на высшем уровне. Вас все хвалят, а вы критику дайте. А? Критику дайте. А плохого я ничего не могу сказать. Надо сказать. А? По протоколу надо сказать одно, да, что-то плохое. Нет, вернее, не что плохое, что нужно еще лучше сделать. Что лучше? Лучшего ничего не надо. Все было отлично, в лучшей форме. Все было замечательно просто. Вон собачки какие агрессивные. Куда вы выкладываете? Отсюда, да? Еще ложите? Да. Маленький сколь жрет. Но это не мне, это вот человек целый день сегодня работал. Благодарим. Где виноградов старший? Реша! Вон стоит. Не кормишь, не кормишь. Еще ложишь, что ли? Еще ложишь. Такой маленький, а жрет. Как добрался-то ты до выставки? Нормально, пешком. Пешком? Ну, вчера вышел еще. Из Екатеринбурга в Ревду? Да-да-да, вчера вышел, сегодня пришел. О! Самые красивые девушки, яркие. Вот, ладно, попробуй на всех. А у нас был сегодня плов из лосятины с добавлением бобра. Ну, бобра немного тем более. Ну и вот еще у нас там вот большой казан, там тушится медвежатина с овощами. Сегодня у нас прошла ревдинская выставка очередная. Ну, сколько их прошло? Можно сказать, что довольно достаточно много. Если брать историю, то она начинается с 50-х годов. Мы были в ренге западносибирских младших. Младшая возрастная группа. Было 18 собак. Ринг в этом году был не очень хороший. Значит, прежде всего, почему? Что было много собак, больше половины, с тяжелыми грубоватыми головами. Потому что младшая возрастная, она еще не окончательно сформировалась. И поэтому это меня беспокоит, что собаки будут более грубые, более тяжелые. Нам не совсем они нужны. Значит, и стали проявляться более резко проблемы с зубами. А это с чем связано? Это бесконтрольная вязка? Значит, это качество наследственное. Отбраковывать с разными пороками зубными.
То есть более жестче отбраковывать собак? Конечно, конечно. То есть беззубость, она влияет на многие качества. Ухудшение породного состояния. То есть надо более строго подбирать пары, вязки. То есть то, что нашими предками наработано. То есть по экстерьеру, по происхождению надо обязательно смотреть. По рабочим качествам надо смотреть. По потомкам, то есть классные потомки. Если собаки работают по одному виду, по белке, то в пару ей надо не зверобую собаку. Какую же собаку, которая работает по мелочи? А если вот хозяин захотел повязать свою собаку, то есть куда ему нужно обратиться, чтобы сделать вязку плановую? Не так, как вот он, Вася, давай там это... Значит, у нас существует общество охотников, где работают люди. Значит, есть у нас Григорий Захарович Насыров, который больше 50 лет. Я уже вот с Володей больше 30 лет породой занимаюсь. И участвуем и в выставках, и в испытаниях. То есть на наших глазах прошло довольно большое количество собак. Вот куда обратиться простому человеку, значит, владельцу собаки? Это общество охотников, в котором есть ответственность за породу. То есть в свое общество охотников? Да, свое. Значит, у нас в Екатеринбурге есть секция «Лайк». Я ответственный за племенную работу в том числе. То есть как-то вот стараюсь это самое планировать вязки в том числе. Но, к сожалению, если планировок составляется, то не выполняется на 50%. А вот владельцам других пород куда обращаться? А у них также есть секции. Свои секции. Свои секции, да. Значит, и там есть ответственные, грамотные люди. Погонщик есть такой Мещеряков Виктор Викторович, эксперт всероссийской категории. Грамотный, опытный человек, который в этом деле прекрасно разбирается. Ну, то есть, если вот охотник обращается к вам, то есть он получает больше шансов, что продолжение вот этой линии, оно будет более качественное? Конечно, конечно. То есть не последнюю роль играет происхождение. То есть берем происхождение нашей Свердловской и какие-то другие регионы. Очень часто, что они как-то между собой не сочетаются. То есть две собаки могут быть по внешним данным красивые, но они между собой не дают породного, качественного потомства. Ну, у вас сосредотачивается вся масса информации, у как у экспертов получается. Да. Плюс я вот лично собираю базу данных. То есть выставки прошли, прошу, чтобы мне отправили информацию. Испытания. То же самое. Ну и получается, если вот охотник обратился к вам и сделал плановую вязку, у него щенки уже, получается, более ценные, потому что они более качественные, линия спланированная получается. Конечно, да. Это все правильно. А вот что вы пожелаете молодым собаководам, те, кто вот впервые берут собаку, решили заниматься охотой с собакой? Ну, для молодых простые что? Простые правила какие-то, да, пожелания. Важно первое. То есть, чтобы они не брали, кого попало. Обязательно с документами. Потому что это больше шансов получить хорошую рабочую собаку. Вот. Теоретически обязательно подготовиться. То есть, у нас много сайтов, где есть информация. Например, сайт «Лайки Урал». Там много что есть хорошего, полезного и необходимого. То есть спешка не нужна совершенно. К чему может привести спешка вот такая? Спешка может привести к тому, что человек возьмет собаку, а потом она здесь может и оценку плохую получить, и быть плохим помощником на охоте. А вот для чего важна высокая оценка? Я так понимаю, что это больше для производителей. Кто это будет... для племенной работы. Для племенной. Оценка. Чисто для племенной. То есть для рабочей собаки это может быть не так важно, да? Для рабочей собаки это... Ну, не так важно, но раз мы тут занимаемся, в том числе и племенной работой, то есть нам важно, чтобы она была не только красивая, вот, и рабочая обязательно, да. Ну и я еще прошу вас сказать пару слов для тех, кто сегодня был, для тех, кто сегодня не был на выставке, ну и организаторам. Вот. Ну, организаторам, конечно, большое спасибо, они как-то стараются, делают все, что можно в их силах. А для тех, кто не был, пусть люди приезжают, смотрят, они не пожалеют об этом. Потому что здесь можно и выбрать, и посмотреть, и многие решить свои задачи и вопросы. И пообщаться, самое главное, что-то подобрать для себя и в пару, вот, для вязки. Где-то со щенками договориться и так далее. То есть это важное кинологическое мероприятие, которое уже, если брать историю, больше 90 лет проводится на Урале. Спасибо большое. Пожалуйста. Здоровья вам, успеха и чистых кровей. Да. Обязательно. Только чистых. За это и боремся в том числе. Сегодня вы организовали выставку.
Как вам? Ну, как всегда перед выставкой, волнение, нервы. Значит, наша выставка традиционная, мы ее проводим именно на этом месте, 9-й год. С погодой повезло. Спасибо всем, команде прежде всего нашей, неравнодушным людям. Большое огромное спасибо. И особое спасибо это руководству СУМЗа в лице заместителя директора Кукушкина Алексея Николаевича. Что бы вы сказали тем, кто не смог попасть, не захотел попасть, но по каким-то причинам не попал? Пусть завидуют, что они, что есть такая выставка, а они здесь нет, не были. Они здесь не были. Это прежде всего общение, обмен опытом. Мы их здесь ждали. Мы их здесь ждали. Ждем впредь.